О, привет, Ника. Закрываем, да? Да, помочь. Закрываем. Расскажи народу, Ниночка, как вот что это самое будет заниматься? Перчика взяла зелененького, перчика взяла горького, чесночка взяла, уксус взяла, соль, сахар, листики вишенки, листья хрена, укропчик. У кого нет, на рынке продаются прямо наборы. Вот они. Ты купила наборы? Да, наборы. Да? Там есть все, что надо. И даже укроп, чесночок если, даже чеснок, есть. Да. Чеснок. Принесла все домой, высыпала огурчики в тару, залила водой, и пускай они 2 часа настаиваются в водичке. В холодной. Ну, несколько раз меняла водичку, а в это время перемыла бутылечки с содой, выполоскала хорошенько. А лапчонка у тебя туда влазит? Влазит. Да? Помыла эти специи, вложила в бутылечки в пустые, перчик порезала. А в это время у меня на печечке закипала вода 20-литровая. Вот у меня стоит на 9 бутылечков, вполне хватает. Заложила специи, огурчики залила кипяточком. Вот сейчас постоят 15 минут у меня. А кипяточек ты не сразу льешь, а кружишь? Да, чтобы бутыль же не лопнул, чтобы постепенно нагревалась. Во второй раз заливаю вот эту ж воду, потому что в ней укропчик уже, в ней запах хороший, уже там все, что ж свежей воды чистой. То есть там уже укосилось все это хозяйство, и запахи пошли. Да, все пошло. Постоят 15 минут у меня. В это время крышечки стерилизуются отдельно в ковшике. Второй раз закипела вода, залила второй раз. 20 минут опять постояли. Слила опять эту воду. Опять эту же воду? Да. И уже делаю раскол с этой же водой. Я так это просто весь черную работу знаю, вот эти тонкости твои не знаю. Берем чистую ванночку. И первый, второй же так накрываем бутылечек. Сливаем. Вот такие есть. И сюда его, чтобы мушки не грызли, не ели. Вот такие. Это ты сироп сейчас делаешь, да? Да, соль. Сироп. Соль. Есть. Высыпала. То есть на 20-литровую кастрюлю вот это вот. Пачка, то есть 500 грамм. Сахар здесь у меня. Ага. И столько же сахара почти, да? Сахара также. Примерно. Сейчас буду пробовать на вкус. Опаньки. Ложка большая. Сиропчик пошел, да? Да. Рассольчик. Сахар. Рассольчик. А, соль кинули. А, соль. Сахар. Сейчас попробуем, чего добавить. Так такой обожусь, ведро. Ты же горячая. Да я не обожу. Да. Деревянный. Ну и чего? Соли надо. Давай. И сахара надо еще. Вот так, мало всего. Мало всего. Нормально, да? Все, соли нормально, да? Это получается. 20-литровую, да? На 10 бутыльков. Где-то 700-800 грамм соли и столько же сахара. Ага, понял. А это у тебя сахаровый, сахар, да? Сахар. Ты же его весь не тратишь, ешь виноград надо ж. Ага. Ну и как? Ай, аж мне захотелось попробовать. Около нормы, да? Да, я вот пробую, как мне нравится вкус какой. Ага. Такой. А теперь что, лавровый листик, да? Да. Угу. И сколько его получилось? Пускай он тоже протеплит. Штук 10 надо, да? Да, тут больше, я по штуке 3 ложу в бутыль. Там проблемы нет. Пачка листик такой. Там листик лавровый. Сухой какой-то. Ну а какой он должен? Это нет. Еще старые запасы. Сейчас закипит. Листа, да? Нет, покупала. А, то есть так. Снабжают пока еще. Пока закипает. Барбосы. Соль надо с дома нести. Тут нету соли. Чесночок. Вот такие, блин. Опа. Что, по одной головке? Сейчас по одной, потом добавлять. А вот разбивать? Не надо ничего разбивать. Он там уквасится сам, да? Да, где мелкие, по 2 положу. Да, зубка. Даже по 3 могу положить. Вот такие. Есть, чего еще будет у нас? Так, сейчас будем лить. Сейчас выключим это уже как. И выльем уксус. Сюда, да? Да, и рассол готов. Вот такие. Да не обожжешь ты. Thank you.
Вот для того-то деревянная ложка нужна, да? На вкус. Ну, что было так? На 20 литров. Где-то вот так, да. Третья часть останется. Угу. Это уксус ты добавляешь еще в холодную, да? Получилось у тебя по 100 грамм. 100 грамм. Да, на бутыль получается. Соли. 100 грамм. Получилось соли, у меня, 100. Да. 100 грамм сахара. Соли, 100 грамм сахара. А теперь лью сюда вот уксус. Вот уксус, да, какой. Нифига себе. Не взорвется это все. Нет, сейчас я попробую. Кто в квартире живет хранить, тем больше уксуса. У нас погреб. Нам меньше можно. Он как бы это самое. Да, 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 да. Чтоб не портилось и не взрывалось. Угу. Все. Баночку крышкой накрыла. Я пока заливаю. А здесь перчика не получается. Сейчас, вот он. Льем. Все. А теперь уже доливай. А муж у меня прокручивает эти это вот крышечки. Это ты на меня имеешь в виду? Тебя имею в виду, конечно. Вот. Это самое заливаем до конца. Да, да. И потом это сейчас крышками закрываем. Крышку, да? И все, да? И все. Зима все подберет. Ну, спасибо, Настя, тебе. Всем, рассказала, да, народу. Молодым мамочкам, хозяюшкам, пробуйте. Угу. Молодчина. И крываем их. Опаньки. Пусть двое суток стоят. Всего хорошего, удачи, ребята. Тимоканал. Авто, мото, сад, огород, освещение, отопление и всякообразные ремонты. Дешево, металлик с нитрой. В мешках, пакета, горшках. Вверх ногами. Результат на мансану. Нифига себе к Новому году. Эту работу желательно проводить, но, блин, и молотит. Как и в медицине, прививка начинается со стерильности. Полный ремонт аэрографии. Электрика без потолочных коробок. Что дает экономию газа. Нужна зимой и летом. Блин, плещи. А то испугалась, думала, все, машинка накрылась. Жидкого состава. Щетки надо заменить.